каждый свое желание загадывает. Я сейчас потом у вас спрошу, готовы? Вы мне скажете, готовы. И я 3-4 скомандую. И на 3-4 мы будем кукарекать. Мое желание, кстати, 2 года назад сбылось. Муж говорит, ну ты авантюристка. Потому что когда я приехала, я говорю, а желание загадал такое. И я ему рассказала. Он говорит, вот рассказала, мне не сбудется. И через 2 дня вдруг это происходит. Он говорит, ну у тебя... И говорит, не я, это петух. Это не я. Вот, ну что, загадали? Нет, еще. Сейчас. Даже такой момент учиться. Учение – это тоже духовное, да? Да. То есть, допустим, если ты загадаешь, я хочу, чтобы не я была отличница, пятершница, да, а чтобы я была умная, да, чтобы у меня вот хватало силы или хватало усидчивости там вот это почитать. Или я хочу играть на пианино. Ну, ты же понимаешь, что это же дорого стоит, правда? А смотри, вместе с пианино… Вместе с желанием учиться играть на пианино, к тебе придет само пианино. Она играет. Ты чувствуешь? Уже играешь? Ну, значит, уже где-то ты. На скрипке загадывай, на скрипке. Я тоскотливее, чем пианино. Ну, теперь загадали все? Да. 3-4. Кукареку! 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 Еще раз. Кукареку! 3 раза надо было. Теперь смотрите.